Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях наша гостья из России, которая уже некоторое время проживает в Грузии, Анна Романовна Мурадова, специалист-кельтолог, филолог, языковед. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте! Расскажите нам для начала, как вы попали в Грузию и какое вы отношение имеете к нашей стране? Ну, отношение я имею самое прямое, поскольку мой отец здесь родился и вырос, он местный ассириец, и в 60-е он поехал в Москву, там встретил мою маму, женился, остался, я родилась в Москве. Но с Тбилиси мы... Вы единственная дочь? Да, к сожалению. Вот. Но связи с Тбилиси мы всегда поддерживали, потому что приезжал дядя, отец туда приезжал, и вот детские какие-то воспоминания в этой солнечной стране, о том солнышке, который дядя привозил к нам, у меня всегда оставались. Вот, и я помню, мы общались с двоюродным братом и сестрой, и вот вспомнила интересное, у нас с сестрой вечно был спор, что круче, Тбилиси или Москва? Громче? Круче, лучше. Вот, и я, конечно, говорю, Москва столица СССР, и вообще у нас есть Кремль. Она говорила, а у нас зато есть горы, а у вас нет. И вот такой у нас был диалог совершенно бесконечный, это еще до школы. И очень много было эпизодов, связанных с Тбилиси, с этими подарками, посылками в ящиках, когда варенье нам дед варил сам и привозил, и из розовых лепестков, и из грецких орехов. И я вот помню, что у меня всегда Тбилиси ассоциировалась вот с солнцем, с солнечной энергией, которая приходит сюда. Ну а потом уже, когда мне было 16 лет, в 89-м году я впервые сюда приехала. Меня отец привез как раз к родственникам познакомиться, показать город, и вот у меня наконец-то возникло какое-то вот восприятие Тбилиси, которое до этого я воспринимала как какую-то сказочную страну. Вот так. И, то есть у вас здесь проживают родственники, вы периодически сюда приезжали. Я так понимаю, да? Ну, получилось так, что вот с 89-го года потом была большая пауза, потому что я закончила школу, училась во Франции, в Британии, потом было вообще много чего, много происходило, и в какой-то момент там умерли бабушка, дедушка, сложно было поддерживать отношения здесь еще. С интернетом не всегда была связь, не было социальных сетей, то есть мы с двоюродными, троюродными родственниками общались мало. А потом стало вот это легче, мы снова нашлись, и в следующий раз я уже приехала в Тбилиси в 2010 году. И постепенно я стала просто приезжать в гости, к сожалению, их вот я пригласить не могу. И в какой-то момент сказали, а было бы здорово, если бы ты сюда приехала, вместе бы вечером чай пили, разговаривали, и постепенно, потихоньку как-то вот эта идея начала возникать. А потом, ну, стала приезжать, да и зависла здесь. Вот с прошлого лета, получается, уже живу на две страны фактически. То есть вам здесь нравится? Да, мне здесь очень нравится. То есть вы предпочитаете жить здесь, работать там, или вы совмещаете это свою работу с пребыванием здесь? Ну, я работаю в институте языкознания. В принципе, получается так, что я беру большой-большой отпуск, что-то там накопилось недогуленное, и приезжаю сюда. Но поскольку наша специфика работы позволяет работу и на удаленке, это никаких проблем не составляет. Главное, чтобы я вот делала дело. Ну, сейчас, конечно, у нас тоже непонятно, что за ситуация с Академией наук. Идут реформы, я не знаю, чем это кончится, поэтому я на будущее не загадываю, где я окажусь, где я буду больше работать. Но пока получается так. Вот во время учебного семестра я в Москве, а... По необходимости. По необходимости, да, потому что мы все еще преподаем. То есть предпочтительнее вам все-таки в Грузии? Конечно. А, ну давайте вот на этом акцентируем немножко. Хорошо. Почему вам предпочтительнее в Грузии? Почему, несмотря, вы все-таки были в 89-м году, вы как бы не постоянно приезжали. Почему вам на сегодняшний день предпочтительнее проживать здесь? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, во-первых, климат. Во-первых, здесь тепло. Конечно же, здесь очень много солнца, очень много фруктов, свежий воздух. Хотя тбилисцы, я знаю, ругают воздух.
Белисты говорят, что и машин много, и... Они просто не знают, с чем сравнивать. Да, после Москвы здесь очень чисто, очень хорошо и очень хороший воздух. Ну и потом, опять же, здесь дело индивидуальное. Я не знаю, кому как. Кому-то нравится мегаполис с его сумасшедшим ритмом, но для меня Москва город слишком нервный. Потом вот сложности вот эти транспортные. Чтобы добраться из одной точки в другую, иногда надо часа полтора, а то и больше. Когда ты работаешь, это получается, ты там попреподавал, потом поехал в свой НИИ, потом еще, и вот целый день проходит в разъездах. Здесь у меня такого нету. Здесь как-то спокойнее. Здесь получается ритм расслабленный, комфортный. Но опять же, комфорт – это очень индивидуальное понятие. Кому-то удобнее, когда постоянно что-то кипит, бурлит, надо бегать туда-сюда. Но для меня комфорт – это сидеть на балконе, пить кофе. У меня такие деревья. Тут на деревьях сидят горлицы и поют. Вот это мое представление о комфорте. И здесь у меня это есть. И чем вы занимаетесь, сидя на балконе, помимо попивания кофе, все-таки вот о работе своей расскажите, пожалуйста, немножечко. Работа у меня очень интересная, потому что я специалист по бретонскому языку. Это маленький язык на северо-западе Франции, на котором говорит сейчас, по примерным и очень скромным подсчетам, 20 тысяч человек. Говорит, это не значит, использует вот так вот повседневную речь. То есть многие просто могут сказать несколько фраз, но могут и не сказать. Но это язык очень интересный, потому что когда-то это был язык отдельного государства, королевства, герцогства. На нем слагали великолепные баллады. Именно из Британии во Францию пришел роман о Тристане и Изольде, о короле Артуре. И вообще у бретонцев очень богатое культурное и литературное прошлое. И, конечно, сейчас очень мало кто на родном языке может особенно средневековые тексты прочесть. Ну и, конечно, этот язык меня завораживал давно. И я, по-моему, как раз вот в 16 лет в Тбилиси приехала с учебником бретонского или что-то такое. То есть вы уже тогда интересовались языком? Я просто заболела этой темой бретонщины в 15 лет. У подростков иногда бывают какие-то очень странные идеи, странные увлечения. Вот у меня было свое странное увлечение. И уже тогда, в 15 лет, я долго пыталась понять, кто вообще в России этими кельтскими языками занимается. То есть как раз к бретонскому меня подвел очень хороший человек, выдающийся ученый, к сожалению, ныне покойный, Виктор Павлович Калыгин. Я достала в школе всех учителей, они не знали уже, что со мной делать с этими кельтскими языками, они меня направили в Институт языкознания, где я пришла к Виктору Павловичу и сказала, я хочу заниматься. Ну, спасло меня то, что у него дочка практически такого же возраста, и он совершенно прекрасно понимал, как ладить с чокнутыми подростками, и он, дочка-то у него как раз более приземленная, чем я, совершенно замечательная, кстати, женщина. И он мне дал книги, я сама начала учить бретонский, потому что французский уже в школе учила, и вот он меня к этому бретонскому подвел. Ну и оказалось, что из подросткового увлечения вот выросла моя профессия, так тоже бывает. И потом я училась в Британии, там получила стипендию, хотя тогда это не очень было распространено, и со второго курса уехала на 2 года в Британию. И сейчас, сидя на балконе, попивая кофе. Ну, я по возможности пишу монографию о Британии, бретонской литературе. Но это мы делаем сейчас в авторстве с Московским государственным лингвистическим университетом. Уложиться бы в срок, но, в общем, я стараюсь, честно. А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вот грузинский язык сложнее или бретонский, в частности? А вот сейчас я вас очень насмешу. Они безумно похожи. Ну, например, по-бретонски считают двадцатками, как по-грузински. И я говорю на сестре, хожу, вот она грузинским занимается, она говорит, вот ты знаешь, что считает двадцатками, а как в бретонском. И вот много таких вещей, это, конечно, сходство ни в коем случае не опирается на родство языков, это просто совпадение, да, когда разные по происхождению языки вдруг какие-то одинаковые. А фонетика? Фонетика отличается от бретонского, да. Вот что я не смогла освоить до сих пор, это нагромождение согласных. Как вот это безгласных произносить, я представляю с трудом. И когда я пытаюсь читать и вижу где-то там, третий или четвертый, даже пятый подряд согласных, и согласны, я честно сдаюсь. Я выбираю более простые слова. Ну, это все-таки, наверное, опыт. И со временем на слух вам это когда сядет, вы легко все это начнете разбираться в этом.
При желании, конечно. Я думаю, начну. Но, правда, найти человека, который со мной вот так бы на улице поговорил по-грузински, очень сложно. Да глупости какие, в Грузии сложно говорить по-грузински. Нет, это просто у вас, видимо, круг общения. Да, круг общения у меня русскоязычный. Опять же, все продавцы в округе где-то меня чуть-чуть постарше. То есть все прекрасно по-русски говорят. И если я пытаюсь что-то там объясняться по-грузински, они хохочут, приходят на русский. То есть вот как-то вот, если человек младше 25, то да, вот тут никуда не денешься. А вот лично меня, еще у меня такой вопрос, раз уж мы о языках заговорили, меня все время волновал вопрос, к чему изучать языки, на которых разговаривают довольно малое количество людей, на которых не написаны какие-то значимые труды для развития человечества в дальнейшем. Вот. Объясните мне, пожалуйста, это сугубо какое-то личное отношение у человека должно быть, интерес к этому, или есть в этом какой-то смысл? Смысл в этом есть. И вообще и в человеческом обществе, как и в любой экосистеме, нет ничего случайного. Но вот был такой известный случай, когда во время культурной революции китайцы решили забить палками до смерти воробьев, чтобы они не клевали посевы. Что случилось? Потом там не только палками, всеми доступными способами, я помню. Ну, в общем, они добили этих бедных птичек и расплодились вредители. Это я совершенно беру другой пример, это экосистема. Убери один элемент, сбивается равновесие. То же самое система человеческих знаний, культура. Можно убрать один элемент, но все тогда сдвинется, изменится, и неизвестно, что придет. Ну, в общем, известно, если убрать культуру, придет бескультурье. И придут люди, которые будут уничтожать памятники истории, как вот сейчас, например, происходит на Ближнем Востоке. Потому что культурный вакуум может заполниться только дикостью. Поэтому я считаю, что каждый язык достоин того, чтобы изучали, даже если на нем литературные произведения, такие вот значимые для мирового сообщества, написаны в средние века. Более того, даже если на языке говорит два или три человека вообще, наоборот, нужно язык описать, создать грамматику, создать письменность, если ее еще не создали, именно потому, что все, что создано человечеством, принадлежит всему человечеству. Хотя, конечно, это немножко кажется странным, это все равно, что какой-то вот антиквариат сохранять. Но, с другой стороны, если бы не движение антикваров в Европе первых, не было бы современных музеев, например, не изучалось бы так древнее искусство. То есть все начинается с того, что кому-то вдруг становится интересно. А что это? А как это? А как это выглядит? А зачем это? Ну, а лингвисту, в общем, сам Бог велел изучать языки, причем не те, которые в каждой школе можно выучить, а именно те, которые мало изучены. То есть, чем меньше изучен, тем интереснее. Но про бретонский я не могу сказать, что он слабо изученный, но, например, в России так вот всерьез им не занимались. Мы занимались в контексте других языков, в том числе кельтским, и где-то вот он был так на периферии. А письменность есть у бретонского? Есть. То есть изначально это был язык, в том числе и письменный. Другое дело, что мало что сохранилось. Многие рукописи были уничтожены еще в средние века. Там и из-за набегов викингов, и из-за локальных войн, и из-за собственного наплевательства в том числе. Ну и потом очень многое писалось на латыни, а позже на французском. Анна, а вот вы рассказывали, что вы познакомились в Британии с Резо Габриадзе. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, было дело. Это была очень забавная история. Дело в том, что Ревас Ливанович тогда ставил в Театре Националь де Бретань, в Бретонском государственном театре, пьесу «Кутаиси». Это была серия таких вот зарисовочек бытовых, как, значит, муж с женой поссорились, как что-то там случилось. Ну, в общем, жанровые сценки. И труппа была франкоязычная, у них как не постоянная труппа работает в театре, а собираются под определенный спектакль. И никто, естественно, не знал ни русского, ни грузинского, понадобился переводчик. Причем переводчик желательно такой, который имеет отношение к Грузии и знает какие-то реалии. И я тогда была студенткой, я, в принципе, не имела права работать, но вот меня попросили помочь, потому что русских тогда еще в Британии было очень мало. Это потом начались движения, это был 93-й год. И очень мало кто из России вообще там был. А уж тем более, кто как-то знаком с Грузией. Ну и вот меня, девочку 20-летнюю, определили в переводчике к метро. Я как-то пришла, я никогда вообще не занималась до этого переводом. Мне сказали, ничего, ты просто будешь переводить.
Я никогда до этого не работала в театре. Я просто ходила, смотрела на этих актеров вот так. Мне было интересно. А вот те, которые стоят на сцене, они же, правда, вот живые люди. Камеру покажите, как вы смотрели на актеров. Вот так я смотрела. Большими раскрытыми глазами. Вдруг оказалось, что актеры, это и люди, которые там в драных джинсах, свитерах приходят, делают какую-то разминку, между собой что-то ругаются, выясняют. Ну, в общем, люди. И для меня это, конечно, был не только первый рабочий опыт, но и какой-то первый опыт общения с творческой средой. И здесь мне, конечно, весело вспоминать, Резо Габриадзе как-то... Вот у него как раз сын, его Ливан, был чуть постарше, уехал. И вот у него тоже по отношению ко мне, видимо, был родительский инстинкт. Он мне сразу сказал, что, значит, меня надо накормить. Повели домой. И он с Еленой Джапаридзе, с женой, мы все называли «крошка». Они жили в старом средневековом квартале, то есть это был совершенно безумный живописный дом с цветочками рядом. Первый этаж каменный, второй деревянный, такая надстройка, крыша черепичная, по которой стекала вода, потому что там все время шли дожди. И вот этот, я помню, дождь, приходишь вся мокрая, ходишь, и запах еды. И крошка, которая говорит, ну вот теперь-то ты отдохнешь и покушаешь. И я вот помню, ну, что такое, опять же, в начале 90-х, когда мало кто уезжал вот из родительского дома куда-то уехать, естественно, меня вот такая вот опека родительская, она как-то растрогала. Но занимались мы не только поеданием котлет, конечно, была работа, и работа для меня непростая, потому что приходилось постоянно, вот как пинг-понгный этот шарик, мячик, туда-сюда слушать, переводить, туда-сюда. И это был очень хороший опыт, потому что я за 8, по-моему, месяцев, пока не был сделан спектакль, неожиданно для себя приобрела еще одну профессию, потому что я до сих пор работаю как переводчик. И вот именно там-то я и научилась переводить. Хотя эта задача была непростая, актеры – люди очень экспрессивные, иногда даже капризные, иногда возникали какие-то там конфликтные ситуации, в которых я дико пугалась, я была такая вся нежная и трепетная. И вот когда актеры начинали что-то перед собой выяснять, а мне все это еще надо было переводить как-то, рассказывать, мне даже неудобно, взрослые дяди, тети что-то там ссорятся, а я что, вот это буду Ревасу Ивановичу прям рассказывать, что они там друг другу недовольны, кто-то у кого-то шариковую ручку стащил. Ну вот, и это тоже я делала. Ну, в общем, опыт был более чем интересный. И, конечно, я помню, когда мне дали контрамарку на билет, на премьеру, я пришла с таким удовольствием посмотрела, потому что при мне рождался спектакль. Вот буквально из каких-то текстов, из каких-то набросков. Там же не было какой-то единой сюжетной линии. Я думаю, что это вот тут кто-то в доме что-то сказал, тут что-то произошло, и вдруг из этого получился спектакль, красивый спектакль, с музыкой, с актерской игрой. И вот это все стало цельным. И на моих глазах как бы из ничего собралось нечто. То есть это был действительно очень такой интересный опыт. Я, кстати, здесь недавно Елену Джапаридзе встретила на улице, 20 лет спустя. Она сидела на... открытой веранде ресторана, она меня узнала, что удивительно, через 20 лет, но я сказала, кто я, что, и, понятно, внешне я немножечко, а может, и не немножечко изменилась, вот, но она вспомнила, как мы сидели, как она мне готовила, как я ее учила французскому, то есть вот приятно, когда тебя так вот, я еще была никто, и звать меня никак, ну вот, запомнили, приятно. Так что вот, и еще я перевела на бретонский рассказы Резо Габриадзе, тоже книжечка называлась «Кутаиси», как раз часть из этих рассказов вошли в спектакль. И я тогда, помню, мне это очень понравилось, потому что я писала дипломную работу по вопросу перевода русских реалий на бретонский язык. Уже смешно, но на самом деле там было над чем поработать, и в качестве практической части дипломной работы я решила, а почему мне не сделать книгу переводов? С русского, ну, естественно, не с грузинского, на бретонский. Грузинские рассказы, бретонцы про Грузию вообще мало наслышаны. И я прихожу к моему научному руководителю и говорю, так и так, вот, работаю с известным грузинским режиссером, он пишет кутаиские рассказы, а что, если перевести их на бретонский? Тут я немножко, конечно, схитрила. Он говорит, а автор, ты согласен? Конечно, согласен. Прихожу к Резо Габриадзе, говорю, слушайте, тут есть такое издательство, оно хочет издать ваши кутаиские рассказы. Он говорит, да, но издатель-то согласен? Я говорю, согласен, согласен.
Согласен. В общем, в итоге все были довольны. То есть это целиком и полностью ваша заслуга в том, что эта книжка получилась? Ну, я не знаю, заслуга, не заслуга, но вот, по крайней мере, инициатива была моя. Причем все это было с иллюстрациями Ревас Ливановича, он еще и рисует. И получилось великолепно. Текст автора и рисунки автора. А потом мне мой научный руководитель говорит, ну, молодец, а теперь ты это сверстай на компьютере. Надо сказать, компьютер я где-то за 2 года до этого увидела впервые. Потому что это был все-таки 90, уже, по-моему, 3-й или 4-й год. Мало у кого дома стоял компьютер. Но мне повезло, я жила в семье инженера. Там было несколько даже компьютеров, вот за один меня пустили. Заодно я научилась верстать книги. Правда, после этого я сказала, что никогда больше вот этим я заниматься не буду. Особенно после того, как я совместила текст, картинки, так что у меня нигде не вылезала ни одна строчечка, все было красиво, принесла это научному руководителю, он же издатель, он сказал, великолепно, только мы каждый рассказ начинаем не сверху страниц, а вот опусти на 2/3. Мне пришлось переверстывать все заново. Это заняло несколько ночей. Ну, мне это знакомо, я, правда, сам не занимался, но знаю, как, имею представление, как это все происходит. Вот тогда вы понимаете, что значила эта фраза. Мы начинаем с нижней 3-й страницы. Анна, а поскольку вот у меня такой вопрос к вам об ассирийской стороне вашей, вот какую причастность вы имеете, насколько это все-таки, насколько вы ассирийка? Почему я спрашиваю? Потому что я обожаю этот народ, у меня много друзей ассирийцев, я многих ребят знаю из диаспоры, я бывал на Новом году, на Прайе, просто мне очень нравится эта культура, эта нация. Вот расскажите, пожалуйста, об этой стороне вашей биографии. Ну, это приятно слышать, когда кому-то нравятся ассирийцы. Я ассирийка по отцу, и меня вот это очень интересовало. Кстати, выбор бретонского языка в качестве специальности языка маленькой нации где-то мне подсказал и собственный опыт, потому что когда мы ходили по бретонским деревням со студентами, мы каникулы проводили как? Мы ехали в деревню, у кого-то там бабушка, у кого-то дедушка, ну, у меня не было, к чужим бабушкам, дедушкам ездили. Очень многие рассказывали как о каком-то вот грустном, травмирующем моменте, что они потеряли язык. И вот это как раз мне было очень понятно, потому что в нашей семье ассирийский язык почти потерялся. Но меня как-то с детства и все ассирийское тоже интересовало. Но у отца была такая всегда установка: «Ой, зачем тебе этот ассирийский? Ну зачем? Это никому не нужно, кто на нем говорить будет? Учи английский, учи французский, учи то, учи все». Но мне это все было любопытно. Другое дело, что возможностей для изучения ассирийского языка было мало. Существовала только одна книжка, учебник Арсаниса, знаменитый еще в 70-е годы, изданный и одобренный Министерством просвещения, где были тексты серии «Москва, столица СССР», тексты про дедушку Ленина. Вот этот учебник был, но по нему было нелегко учиться без преподавателя. Тем не менее, что-то я нахваталась по-ассирийски от отца, что-то здесь в Тбилиси от деда, когда в 89-м году были. И я помню, что вот с дедом что-то мне удавалось, там пару фразочек связать, что-то даже поговорить. Потом, опять же, жизнь закрутила так-сяк. У меня всегда где-то вот оставалась мечта, что надо бы с ассирийцами больше общаться. Но в ближайшем окружении тоже ассирийцев было мало. Правда, у меня была ассирийка-одноклассница. У нас была очень забавная встреча. Я перешла в 8 классе в новую школу и вижу девочку. Ну, по мне не видно, что я ассирийка. По ней видно. Вот просто лицо, понятно, что ассирийское. И девочку звали Юля Осипова. И, значит, что-то мы разговорились, дошло дело до национального вопроса, тогда как-то это не очень заострялось, и не было такого вот «ты кто, русский, не русский?», ну, просто было любопытно. Она говорит: «Я ассирийка». Я говорю: «А что у тебя такая русская фамилия?» Потому что я говорю: «Я вот по отцу тоже». Она говорит: «А что у тебя такое русское лицо?» Мы рассмеялись, и с тех пор вот так и дружим. Потому что у нее тоже есть в Тбилиси родственники, она прошлым летом сюда приезжала. В Москве, конечно, встретиться, хотя живем рядом, это почти нереально, здесь оно как-то проще. Но вот такой был опыт. А потом уже, когда у меня стала подрастать дочка, я задумалась о том, что как-то все-таки язык надо чуть-чуть хотя бы сохранить и передать. И вот мне повезло, в храме Матмарья на Дубровке в Москве, ассирийском храме, это храм Ассирийской церкви Востока, открылась воскресная школа. И там преподавал ассирийский язык совершенно чудесный человек,
Амурабий Петрович Васильев. Он родом из Тегерана. И мне этот человек, в общем-то, понравился с самого начала, не только тем, как он вот ассирийский преподавал, но своим каким-то очень мудрым, очень терпеливым отношением. Потому что вот эта шумная группа, где все время все отвлекаются, у кого-то там дети, у кого-то что-то, это было что-то типа цыганского табора. Тем не менее, он умудрился навести порядок, и мы стали ходить, изучать ассирийский язык, читать, писать, как в первом классе писали прописи, справа налево, естественно. Учили алабит, то есть алфавит. И вот дочка отходила 3 года в воскресную школу, потом просто стало тяжело совмещать с обычной школой, а я там задержалась на целых 7 лет. То есть, по крайней мере, читать, писать и нормально говорить я выучилась. Ну, а потом была какая-то практика, с кем-то по-ассирийски общались хотя бы чуть-чуть. Ну, а разговорили меня как следует уже в Иране, когда я поехала вместе с другими ассирийцами на спортивный молодежный фестиваль «Хубба». Есть тут такой замечательный человек Давид Адамов, который нас вот повез туда, и мы, по-моему, 10 дней там были, и, конечно, говорили только по-ассирийски, потому что там были ассирийцы из Ирана, из Ирака, ну, из Армении, Грузии тоже были, но мы с ними могли говорить по-русски. А вот с теми, конечно, надо было говорить по-ассирийски. И вдруг получилось, что я болтаю даже как-то сносно вполне. И почему меня вот это так интересовало всегда? Потому что когда теряется язык, теряется традиция, это можно всегда объяснить какими-то совершенно естественными причинами. Практическая неприменимость, ненужность, неактуальность, но теряешь же частичку души. Причем, когда я говорю частичку души, это, конечно, метафора. Если говорить научным языком, теряется доступ к коллективному бессознательному своего рода, своего народа. Это, конечно, не наносит какого-то тотального ущерба организму, но, тем не менее, вот были исследования, где говорят, что это объединяет эмоциональную сферу, то есть доступ к каким-то чувствам. А это тоже важно. Мы ведь люди, а не машины. Ну и, конечно, мне очень нравится ходить на ассирийские праздники с песнями, с танцами. Не сказать, что я хороший танцор, но, тем не менее, в хороводе могу поучаствовать, там, танцевать хегге, шейханы, даже вроде как никому ноги не отдавливаю. И мне вот что в ассирийцах всегда нравилось, это такое жизнелюбие. Где-то шумное, где-то вот хлопотливое, но вот эта радость к жизни, стремление к жизни, несмотря ни на какие трудности. Вот так. А я вдруг понял для себя, что мне особенно понравилось в ассирийцах и вот во всех этих встречах, на которых я присутствовал. Именно вот, нет, многие национальности, многие диаспоры любят свою культуру, свою нацию, но они относятся ко всему этому как-то механически. То есть в порядке вещей, а здесь я почувствовал какую-то нежность, что ли, целой группы людей, относящейся к своей, которая выливается на ее собственную культуру. Они как-то трепетно, лелея ко всему этому относятся, с такой вот душа нараспашку и с удовольствием воспринимая собственные танцы, собственную музыку, собственную речь и собственную культуру. Вот это, наверное, меня удивило, поразило. Я даже ребятам говорю, ребята, я, наверное, ассирий. Ой, ну это очень приятно слышать. Конечно, ассирийцы изнутри немножечко где-то по-другому относятся. Я бы сказала так, самоиронично. То есть иногда даже любят сами себя где-то и покритиковать за что-то. Но вот действительно, это из серии такой вот доброй самокритики. Типа, ну да, мы видим, что есть какие-то, да, у нас недостатки. Но мы же все это любим, мы же все это обожаем. И, опять же, у малых народов бывает очень разное отношение к себе. Кто-то стесняется своей национальности по разным причинам. Может быть, кто-то там в семье что-то когда-то сказал. Кто-то, наоборот, гордится, выпячивает, что тоже неправильно. А кто-то вот просто в этом живет. Мне кажется, это самый правильный подход, потому что если ты любишь свою нацию, свою культуру, это значит, что ты открыт к другим нациям и к другим культурам. Невозможно любить другую культуру, когда ты не любишь свою. И вот мне кажется, именно поэтому ассирийцы хорошо адаптируются в любом обществе. Они могут полюбить и другое. Они любят грузинскую культуру, там, русскую культуру. Опять же, видя разницу, что-то, может быть, принимают, что-то, может, кажется странным, это понятно. Но, опять же, способность любить культуру, она действует практически на все, на любую, мне так кажется.
Анна, а сколькими языками вы владеете на сегодняшний день? Ну, как сказать, где-то с десяток, но не все хорошо. Ну, русский и ассирийский считаю родными. Русский, конечно же, лучше. Ассирийский он у меня полувыученный такой. Французский и английский – это рабочие языки. Бретонский – это моя специальность и язык, на котором я, собственно, пишу. Потому что я вот с институтского времени заделалась бретонским писателем. Да, это очень смешная история, потому что здесь надо тоже понимать, что маленький язык, маленькая литература постоянно нуждается в притоке чего-то извне, иначе это варится в собственном соку, получается какая-то графомания. Поэтому бретонцы очень на самом деле грамотно решают проблему с нехваткой местных, сказать, львов толстых. Они очень много переводят. Почему вот востребовано было Резо Габриадзе? Им очень нравится переводная литература, качественная. Но им также нравится, когда кто-то из иностранцев пишет по-бретонски. Все началось с того, что я училась, и у нас очень многие преподаватели, сами писатели, люди пишущие были. И нам задали сочинение на свободную тему. Вот это самое ужасное, думаешь, чего написать? Ну, я написала что-то, какую-то маленькую зарисовочку из жизни московских студентов с шутками и прибаутками. Получила назад свое сочинение такое на два листа. Там, по-моему, больше было красных пометок, чем мною написанных букв. Я, конечно, была в шоке. Я рассчитывала, что все-таки я написала более-менее. И особенно я испугалась, когда преподаватель подошел и сказал: я бы хотел поговорить с тобой о твоем сочинении. Ну, я думаю, все, сейчас меня отсюда просто вылечу за такое. Он говорит: слушай, так тебе писать надо. Ты же писатель прирожденный. Я говорю: что, шутите? Вот это вот? Он говорит: не, ну ошибки – это ерунда. А мы сами друг друга ошибки исправляем, когда в литературные журналы направляем тексты. Но ты же пишешь, ты же хорошо пишешь, у тебя дар рассказчика. Я говорю: и что? Что, писателем надо становиться? Ну, пока ты напиши вот такие какие-то простые вещи, зарисовки. А потом что-нибудь, может, из этого мы опубликуем в литературном журнале. Я вот после Москвы, после вот этих вот чуть ли не священных таких вот нового мира литературной газеты, я думаю, что вот публиковаться в литературном журнале – это для каких-то небожителей, а тут, оказывается, простым смертным можно, да еще и ошибки можно делать. И с этого и началось, а преподаватель Гвендоль Деннис, или Дени, как его настоящая фамилия, он работал и работает до сих пор в издательстве «Скрит» и сотрудничает с несколькими литературными журналами. Он говорит: так, давай, очень что написала, ты отправляешь мне, я текст немножечко правлю, чтобы он был хотя бы нормальный, грамотный, и потом отправляю в журналы, там уже меня знают и все такое. Ну и я стала что-то писать. Я вот, честно говоря, не помню, вот первые рассказы, они были о чем? Но что-то про Россию, что-то про Москву, естественно, без развесистой клюквы, как любят иностранцы изображать. Ну вот как-то я хотела им показать, вот как в Москве живут люди, там что-то у меня про метро было. И это понравилось. Вот неожиданно понравилось. Какие-то бытовые сценки. Люди читали, люди присылали какие-то отзывы, кто-то критиковал. И тогда мне сказали: напиши, вот и книгу напиши. Я написала повесть, опять же, жизненного опыта у меня было мало, чтобы стоящее написать. Но я написала, что происходило в Москве, там со студенчеством, вот эти тусовки начала 90-х, как мы с юмором воспринимали государственные перевороты. Опять же, сюжет был очень простенький, но вот то, что вокруг сюжета, все эти детали, вот это бретонцам очень нравилось. Все-таки Советский Союз только-только перестал быть закрытой страной, мало кто отваживался поехать, и вот все это скорее бытописательство, чем закрученный сюжет, им было интересно. Ну, а дальше пошло-поехало. Переводила я немножко Чехова в качестве учебных материалов, ну, Резо Габриадзе книжка вышла, потом я подумала, что еще перевести на бретонский, подумала, оставь его. Он, конечно, очень труден для перевода, но это мне вызов такой, а потом там очень много названий растений, сельскохозяйственных каких-то терминов, то, что в бретонском языке в живом еще сохранилось. Я через знакомых-знакомых нашла адрес, оставь его, написала ему, можно ли ваши рассказы перевести на бретонский. Ему понравилась эта идея, ему было приятно, он говорит: да-да-да, я говорю: только извините, денег ни мне, ни вам не заплатят, потому что вот маленький язык и так далее, я не работала никогда там за гонорар. Он сказал: не вопрос, ну вот, потом книжечки мне пришлите, я ему отослала экземпляры. То есть это было вот что-то такое, и писателям тоже интересно тоже сказать: меня вот перевели на бретонский язык.
И я и переводила, и немножко писала сама, и как-то вот это, я привыкла это делать. И каким тиражом, интересно, вышел, в частности, Астафьев Том? 1000 экземпляров. Это для малого языка, если 20 тысяч носителей, это много. Конечно, это сам по себе тираж небольшой, но очень красиво еще это издают, в общем, мне понравилось. Потом какое-то время прошло, и вдруг я узнаю, что мне дают литературную премию. В том числе и за стихи. Я еще стихи писала, пыталась даже с внутренними рифмами. И я помню, вот в 98 году мне дают литературную премию, и я становлюсь не просто бретонским писателем, а известным бретонским писателем, несмотря на то, что аудитория маленькая, оно приятно. Ну и время проходит, и однажды на конференции в Институте этнографии приезжают бретонцы, мои бретонцы, в том числе мой бывший научный руководитель. Я, естественно, прибегаю, мне интересно их послушать. Вообще здорово, что они до Москвы доехали. И он берет слово, он уже тогда стал деканом факультета. Говорит, и я благодарю, естественно, всех организаторов конференции, как это принято, благодарить за то, что пригласили, за то, что организовали. Говорит, еще я хочу поблагодарить присутствующего здесь известного бретонского писателя, который знает каждый бретоноязычный бретонец. Он, конечно, в мою сторону сделал реверанс. Давайте похлопаем. И мне было приятно, что вот так вот меня представили, что я, значит, почтила своим присутствием. Он, конечно, мне хитро так подмигнул. Мы посмеялись. Конечно, вот честь быть бретонским писателем – это какой-то вот такой занятный тип. Титул, типа быть каким-то графом графства, где два домика. Ну, для Грузии это очень понятно. Ну, вот как так, да. Но, тем не менее, я вот с гордостью ношу титул бретонского писателя. В конце концов, сейчас вот, например, я перевожу ассирийский фольклор на бретонский, тоже весело, потому что переводчиков с русского на бретонского там уже сейчас несколько человек есть, потому что границы открылись, люди приезжают туда на учебу, и вот с русского уже есть кому переводить. А с ассирийского-то нету. Так что вот приходится быть первопроходцем. Скажите, а у вас не появилось никаких идей вот таких по работе или по творчеству в данном ракурсе после вашего принятия вами решения пожить в Грузии? Вот как бы местная атмосфера не навила никаких желаний, идей? Здесь вся атмосфера располагает к творчеству. Но дело в том, что у меня запланировано сейчас столько всего, что я могу только вот идти по рельсам, на которые я встала, и дай бог мне все доделать в срок. Но я думаю, со временем это придет. Может быть, даже на бретонском языке я что-нибудь напишу про Тбилиси. Я не исключаю такой возможности. Ну как же, это будет большая честь. Это будет нашествие бретонцев в Тбилиси, я чувствую. А что здесь вам не нравится, Аня? Все-таки честно, если есть что-нибудь такое, ну, маленькое что-нибудь. Ну, даже не знаю. Ну, я живу на Важепшавила, там, конечно, мне бы хотелось, чтобы дома были как-то поновее, посимпатичнее. Они немножко вот старые, там и много таких старых фасадов. То есть, когда идешь в центр, радуешься, какое все яркое, чистое, красивое. И вот хотел, чтобы таким был весь Тбилиси, ну, я думаю, со временем и это придет. Но сказать, что вот что-то такое меня тут дико бы раздражало, я не могу. Потому что, может быть, это связано с тем, что я эту страну все-таки не считаю за границей. Так как-то получилось с самого начала, с детства, что это страна, где я не родилась, но тоже по-своему родная. Я за границей не считаю весь Советский Союз. Что делать? Ну, не знаю, мне тут тоже сложно сказать, но если я, например, поеду в Белоруссию, которая тоже бывший Советский Союз, прекрасная страна, там у меня нет каких-то эмоциональных зацепок, а здесь они есть. Поэтому даже если что-то где-то не так, ну вот как вот к детям относишься, ну они же все тебе дома перевернут вверх дном, что-то не так сделают, ну это же не раздражает. Это же свое. И здесь вот что-то такое свое родственное есть. Ну, и на этой волне, наверное, что бы вы пожелали все-таки жителям этой страны? Вот себе, проживающей в этой стране на сегодняшний день, своим родственникам, своим друзьям, нам, всему миру, обществу, человечеству, что-нибудь? Ну, тут хочется что-то сказать за мир во всем мире, но мне кажется, самое лучшее, что можно пожелать Грузии и близким, и дальним, это хорошие, интересные работы. Такая вот, которая захватывала бы, давала бы и моральную, и материальную отдачу, и все-таки вот в Грузии, мне кажется, просто творчество разлито в воздухе, вот какой-то творческой работы побольше. Вот такое у меня пожелание. Спасибо.
Спасибо. Ну что ж, Аня, я надеюсь, что с этого и минуты буквально мы с вами будем дружить. Я имею в виду, как говоря от лица всего этого дома. Потому что, тем более, что направление работы у нас как бы практически одинаково. Изначально это был коллегия перевода давным-давно. В общем, большое спасибо вам за то, что вы пришли. Вам спасибо. Будем дружить, интересный будем вопрос. Общаться и будем находить какие-то новые моменты общения. Нет, ну я подумаю действительно, что я тоже могу привнести, потому что вот пока у меня никаких идей нет, вот так вот, навскидку. Ну, но, может быть, появится. Тоже похожу, поброжу и появится. Ну, спасибо большое. Вам спасибо. Доброго.